Областной фонд поддержки запустил интерактивные сервисы для предпринимателей. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства запустил новые сервисы для предпринимателей, которым необходимы льготные заемные ресурсы. Нововведение позволит бизнесу определиться с запрашиваемой суммой займа и индивидуально протестировать соблюдение необходимых условий. На предоставление займов малому и среднему бизнесу в 2016 году запланировано 80 миллионов из федерального и областного бюджетов. Как отметил в бюджетном послании губернатор Евгений Куйвышев, в национальном рейтинге инвестиционного климата по показателям поддержки малого и среднего предпринимательства Свердловская область признана регионом-лидером. В 2016 году важно закрепить эту позицию, для чего необходимо и впредь работать над улучшением делового климата, совершенствованием системы господдержки бизнеса. Для повышения качества информирования малого бизнеса о существующих видах финансовой помощи на сайте областного фонда поддержки предпринимательства запущен новый раздел по займам. Информация доступна по прямой ссылке mf.sofp.ru или через сайт фонда в разделе «Привлечение». Увеличение заемных средств, займы для развития бизнеса. Бизнесмены могут самостоятельно рассчитать ежемесячные выплаты и размер процентов. Кроме того, предприниматель может заполнить небольшую форму и в течение одного рабочего дня получить предварительное одобрение займа, а также консультацию о том, на что необходимо обратить внимание, чтобы получить господдержку. Напомним, займы до 1 000 000 рублей по финансовой ставке 10% годовых в рамках программы развития малого и среднего бизнеса предоставляет Свердловский областной фонд поддержки предпринимателей. Бесплатные очные консультации по займам можно получить в Екатеринбурге и более чем в 30 городах Свердловской области в муниципальных фондах поддержки. Прием заявок и запись на консультации осуществляется в электронном виде через личный кабинет предпринимателя на сайте www.sofp.ru.